оглашается приговор суда. На основании 58 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Джамалдиеву наказание в виде 24 лет лишения свободы с конфискацией всего личного и принадлежащего имущества. Отбывание наказания Джамалдиеву назначено в исправительной колонии особого режима. На основании статьи 58 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Ковалеву наказание в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией всего личного и принадлежащего имущества. Назначить Хукиеву наказание по статье 251 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 500 месячных расчетных показателей, то есть 926 тысяч тенге. Да, они получили различные сроки по за свои преступления, но вопрос остается открытым. Кто за всем этим стоит? Их, и за что убили моего сына? Вот в чем вопрос. И никто за это не отвечает. Даже суд вот сейчас мог бы вынести частное определение по всему ходу следствия, введенного процесса. Дальше что? Что дальше? Да, убить. А за что убить? Никто ничего не знает. Все это остается какой-то тайной. Видимо, правоохранительным органам, наверное, ну, не по зубам тот заказчик, который за всем этим стоит.